Вітаємо усіх глядачів сьомого каналу. У студії для вас працює Дені Шевський. І в ефірі проєкт «Світ під час ковід», у рамках якого ми спілкуємося з мешканцями різних міст та країн, які розповідають нам, як саме вони переживають епідемію коронавірусу. Цього разу будемо з'ясовувати, як справи у жителів Сполучених Штатів Америки. І з різницею у 7 годин на зв'язку з нашою студією Юлія Волкодав, яка зараз знаходиться просто в епіцентрі COVID-19, а саме у Нью-Йорку. Юлія, вітаємо тебе. Здравствуйте. Юлю, зараз у США більше мільйона підтверджених випадків COVID-19. От це, певно, лякає? Взагалі в Штатах зараз паніка? Ну, я би сказала, що паніка була в марті, особливо, наверное, даже в начале апреля, середина апреля. А сейчас уже все как-то более-менее адаптировались. Да, то есть раньше действительно была паника. Мне кажется, что, наверное, все в моем окружении постоянно проверяли новости, каждые полчаса отправляли мне, постоянно следили за номерами. Помимо этого, ну, я, например, живу прямо возле госпиталя, и у нас скорой помощи включали свою сирену, наверное, каждые 10 минут. То есть это еще больше ухудшало ситуацию, ты понимаешь, что действительно все плохо. Постоянно ездят скорые по улице. Мы долго ждали, что он придет в Нью-Йорк, потому что начиналось все с Калифорнии. Нет, по-моему, Сиэтла начиналось. Сиэтла, Калифорния — это были первые места, где начинался коронавирус. И мы все ждали, думали, ну, может, нас пронесет. Может, пронесет. Сначала там 3 человека было, потом 20, потом 1000, а сейчас уже у нас каждый день плюс 30 тысяч. Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан ще середини березня. Як це вплинуло на звичайних американців, які діють обмеження зараз? У нас працюють тільки бізнеси, які обов'язково потрібні. Тобто у нас працюють лікарні, у нас працюють аптеки, магазини, звісно ж. Працюють велосипедні магазини теж, кстати. Тому що говорять, що врачам і людям, яким потрібно працювати, потрібно добиратися, наприклад, не тільки на машині, а ще на велосипеді. У нас ніхто не ходить, не перевіряє, не дає тобі штрафів. Тобто це все залежить від самого чоловіка. Якщо тобі потрібно вийти на вулицю, без проблем виходи, ніяких дозволів для цього отримати не потрібно. В принципі, всі соблюдають stay-at-home режим, тому що дійсно на вулиці немає людей. Якщо виходять, то всі в масках. Трамп также сделал постановление, что все должны обязательно выходить в маске. Если нет маски, то хотя бы какую-то тканевую повязку одеть. И я тоже видела, что все, в принципе, ходят либо в шарфиках, косыночках, в чем-нибудь, но, в принципе, все серьезно. В магазины тебя не пустят без маски. У нас разрешают, если тебе нужно, спортом занимайся. Очень много бегают людей, очень много катается на велосипедах. Парки забиты, когда хорошая погода. Та я так розумію, що карантинні міри, вони на твоє життя взагалі не вплинули. Ну, я взагалі студент, і, звісно ж, на мене повлияло. Нас відправили на онлайн-обучення, і у мене повинен був бути випускний, який теж буде в онлайн-режимі. Посмотрим, як це буде. Так, я чув цю інформацію. Як це взагалі планується, онлайн-випускний? Я просто собі не уявляю. Що вам обіцяють? Получается, что нам сделают через Zoom выпускной. Я думаю, что они просто поставят наши фотографии, они попросили назвать фотографии, наше как бы сообщение выпускника, может, вы хотите там поблагодарить кого-то. Они берут это сообщение, поставят на ваши фотографии и будут, наверное, рассказывать, у вас была такая-то специальность, и, не знаю, хорошо учился. То есть они выберут день и вот такой вот сделают. Но нам пообещали, что сделают еще и обычный выпускной, просто чуть попозже, когда ситуация уже стихнет. Интересная ситуация, я знаю, в Бостоне. Ходят слухи, что они хотят вообще отменить следующий семестр полностью, Бостонский университет. Но не знаю, как это будет происходить. Меня как бы тронуло только тем, что, в принципе, нас на онлайн-обучение перевели, и что у меня нет выпускного. И посмотрим, что будет с работы, потому что я знаю, что очень многих отменяли интервью на работу, очень многих отменяли стажировки. Я ще не слышала, конечно, чтобы отменяли, если тебе забрали. Скажи, а як взагалі можна потрапити до роботи? Я розумію, що Нью-Йорк – це величезний мегаполіс, один з найвеликих у світі. А як зараз працює громадський транспорт? І чи працює він взагалі? Он работает.
работает транспорт, все работает. Единственное, что сейчас вышло постановление, что метро будет, не будет работать с часу ночи до 5 утра. Метро у нас ходит 24 часа в сутки, поэтому, в принципе, это довольно странно для нью-йоркцев тоже. При этом я знаю, что они сократили количество поездов, потому что столько людей, как раньше, не ездило на работу, все сидят дома. И, к сожалению, была такая проблема, что из-за того, что было меньше поездов, то было большое скопление людей, тех, которые ездили. И поэтому, в принципе, это был большой риск тоже для распространения вируса. Скажи, а я так правильно розумію, що між самими штатами можна пересуватися? Все работает. Это правда, все работает. Если кому-то нужно, можно спокойно в другой штат поехать домой, к друзьям, за город, очень многие сейчас за город приезжают. Все работает. Скажи, конечно, я чув таку річ, що Білий Дім обіцяв американцям виплату у розмірі $1000 як допомогу під час коронавірусу. Чи чула ти щось про це? Да, я на самом деле сама получила $1200. Ее получают люди, у которых доход, если я не ошибаюсь, меньше, чем 75 тысяч в год. В принципе, все мои знакомые, кто учится в университетах, у кого не очень большой доход, все получили сразу автоматически на банковский счет. По-моему, они обещали это 2 месяца, в апреле и в мае. Все, конечно, очень довольны были, но на самом деле проблема намного глубже, потому что у людей, которые действительно нет денег, 1200, особенно в Нью-Йорке, вообще не поможет. Я не знаю, даже, наверное, не хватит заплатить за квартиру. А скажи, вот зараз у світі підтверджено більш ніж 3 мільйони випадків за зараження коронавірусом. Треть з них зараз у США, третина. А як ти гадаєш, от медицина, охорона здоров'я працює добре у Штатах? Да, я считаю, да. Я себя чувствую намного безопаснее здесь. У меня был вариант поехать обратно в Украину на время коронавируса, и я решила остаться. Я считаю, что, опять же, намного лучше финансирование. Все врачи задействованы, им хорошо платят. Нет такого, как в Украине, я слышала, что массовое просто увольнение врачей. Нет, у нас наоборот, у нас пытаются и врачей, которые не по специальности, то есть, например, гастроэнтерологи, уже там эндокринологи, их тоже всех, в принципе, посылают на frontlines, чтобы они боролись с коронавирусом. Они сотрудничают с разными бизнесами, которые не работают по этой квалификации, но при этом они будут разрабатывать разные вакцины, они будут разрабатывать вентиляторы, например, там Nike и остальные компании, они, я знаю, маски шьют. Ну, я зараз хочу процитувати для тебе стрічку з Вікіпедії. Там була наступна інформація. У пресі повідомлялося про безліч випадків прояву ксенофобії та расизму у зв'язку з поширенням COVID-19 в США, спрямованих проти китайців і інших американців азіатського походження. А у відповідь на це американці азіатського походження закуповували в вогнепальну зброю. Чи чула ти щось про таке? Це взагалі правда? Я про это ничего не слышала. Я знаю, что действительно увеличились случаи расизма. Действительно, это было по всем новостям. Много увеличились случаи расизма по отношению к азиатам. Но я знаю, что в общем люди начали больше покупать оружие. Це такий американський спосіб боротьби з коронавірусом, зброя. Ну, да. Скажи, Юлю, а де взагалі в США здебільшого люди закуповують продукти? Я так розумію, що це супермаркети. Ринки взагалі мають попит у США? Да, ви знаєте, у нас є фермерські ринки, на самом деле. Они тоже работают. Я тоже проходила недавно, я видела, что работает фермерский рынок, все в масках, они поставили такую защиту себе по-разному. Некоторые ставили полиэтиленовые ленты, некоторые ставили себе пластмассовые такие щиты. И, конечно же, они рисовали на дороге специальные полосочки, чтобы каждый знал, где он должен стоять в очереди. Чтобы была дистанция. Чтобы быть на расстоянии друг от друга. Да. В магазинах, честно говоря, я такого не видела. То есть очень рады, на самом деле, что фермерские рынки работают, это раз. А второе, да, все магазины, как я сказала, работают. В основном люди заказывают себе доставку на дом. Очень тяжело, да? Очень тяжело заказывать, потому что очень большой спрос и нет мест, на самом деле. Я сама пыталась,
Ну и на самом деле самое такое удачное время у меня было 3 часа ночи, потому что все остальное было забито. Ну, 3 часа ночи я регистрировалась, чтобы можно было заказать еду там через неделю, например. Вот. А це такий великий очень... попит усюди на їжу? Я так розумію, у супермаркетах був дефіцит товару на початку карантину, чи не було його? Хуже всего было с масками и с спиртом. То есть я до сих пор не могу купить спирт. С едой немножко другая история. Не то чтобы дефицит был, просто люди скупали в огромных количествах. Были огромные очереди, нужно было там стоять по 2 часа. Конечно же, опять же, повышается риск получения заболевания, но, в общем, я думаю, что опять же, хорошо справились, и, в принципе, магазины, которые я хожу, возле меня все есть, вот все есть, реально. На самом деле нью-йоркцы очень-очень страдают, что рестораны закрыты. Здесь, в принципе, не принято... Ну, не то, что не принято, люди готовят, конечно, но принято заказывать еду, покупать готовую еду. Очень развита эта сфера деятельности. Поэтому очень многие друзья, с которыми я разговаривала, все уже ждут, когда же наконец-то откроются бары, рестораны, кафе. Никого времени готовить нет, потому что все работают. То есть, скажи, я так розумію, що онлайн-випускний тебе не дуже тішить, але все ж таки, чи знайшла ти зараз для себе щось позитивне під час карантину? Больше звонить своей семье, своим друзьям, особенно с Украины. Сейчас больше времени, поэтому я считаю, что это, наверное, самое главное, это поддерживать контакт с людьми. У меня, в принципе, не было такой ситуации, что мне было скучно или нечем заняться, потому что у меня вот сейчас неделя экзаменов, поэтому все это время все равно классы же были, у нас предметы проводились, задания оставались. Единственное, что сделали, это сделали зачет не зачет. То есть в этом семестре у нас нет оценок. Зрозуміло. Що ж, Юлю, дякуємо тобі, що вийшли з нами на зв'язок, незважаючи на велику різницю у часі. Бажаю тобі міцного здоров'я і дуже гарного випускного. Спасибо большое. Очень большие надежды на выпускной. Желаю вам всего хорошего. Тоже оставайтесь здоровы. Сидите дома по возможности. И спасибо большое за эфир. Що ж, от ми і дізнались, як справи у мешканців США, та попереду ще багато цікавих інтерв'ю у наступних серіях проєкту «Світ під час ковід». Залишайтесь з нами і до зустрічі в ефірі 7-го каналу.